Мы не знаем конца этой истории. Мы не знаем. Но я думаю, что за тем порогом сейчас готовится чудо Земли. То, чего мы не можем себе вообразить. Потому что мы можем вообразить только смерть. Мы можем вообразить только бомбу и весь тот ужас, царящий вокруг. Но, возможно, именно сейчас, в грандиозном безмолвии, вершится молитва. Молитва тела, пребывающего в смерти. Молитва, которая подводит все тело Земли к порогу славы. Что знаем мы о том, что вершится в могиле из серого мрамора, в этой чудовищной тишине, где лежит она? Я почти вижу ее, глаза ее широко открыты. Она работает в смерти. Клетки ее тела такие сознательные, возносит молитву смерти. И, может быть, было нужно, чтобы она дошла до этого конца, потому что здесь невозможно хитрить, понимаете? Если опыт принял такое направление, что ж, она должна была быть похоронена. Они должны верить, что мать мертва. Само тело должно было пройти через смерть, если можно так сказать. Она должна была дойти до этого конца. Умрут или исчезнут те, кто не больше, чем плоть, облаченная в костюм, галстук и своей философии. Умрут те, кого нет. Но те, кто есть, у кого живое сердце, однажды, совершенно неожиданно, войдут в новую зарю. Аналогичных институтов в Париже, Нью-Йорке и Дели. Перевод и озвучание Института эволюционных исследований Савитри при содействии телекомпании «Петербург».